выбор – это большой праздник. 99-летний Каим Самигулин никогда не пропускал выборы. Участник Великой Отечественной войны, аксакал села Чулпаново. В 41-м на фронте получил ранение и потерял ногу. Сегодня, несмотря на возможность голосовать на дому, лично пришел на избирательный участок. «Это мой гражданский долг», – говорит Каим Самигулин. В 46-м году, наверное, было-то. Я тогда работал в сельсовете секретарем, на выборах участвовал хорошо, всех списки все составляли, стариков, старух на лошадях возили, своего правителя выбираем, своего руководителя. К этому участку прикреплены 537 человек, многие приходят с семьями. И детей приучаем с детства уже посещать такое событие, чтобы они понимали, что о важности всего этого, потому что от этого всего зависит будущее, прежде всего, наших детей. Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев на голосование пришел с цветами. Так совпало, что сегодня свой 60-летний юбилей отмечает член избиркома Светлана Ямщикова. Именинница полжизни посвятила работе в сфере ЖКХ. Ей самый большой букет. Остальные сотрудницы комиссии тоже не остались без внимания. Масленичными гуляниями, хороводами и вкусными блинами запомнится последний день выборов в Высокой горе. Сразу после голосования жители провожали зиму. Целый день работали сельхозярмарки. Вся продукция от местных производителей. Сирина Васильева, ТНВ, Татарстан.